сделали, обувь хорошая продается. Это правда? Не знаю, сейчас посмотрим. Итальянский был, мы рай. Вот такие вот носки бы там дают. Самое главное – удобство. I smiled at them and said she told me. Большинство обуви покупаю в Америке, и поэтому до 15 размеров там спокойно продают. Не сильно такая большая проблема. Самый главный вопрос, какой у тебя размер? 15 американский, 50.5, по-моему, это европейский. Обувь еще баскетбольный мячик, вообще в обувь супер. Телефон баскетбольный мячик. Можно перекрасить. Запатентуй идею. Я думаю, уже есть. Может, многие про нее забывают, что Болонья такой, как бы, ну, исторический, красивый город. Когда речь идет об Италии. Но на самом деле здесь очень прекрасно, очень уютно, маленькие такие улочки, красиво все. То есть, ну, очень, мне очень нравится. Арки. Так что очень мило. Купил, самое главное, пару хороших ботинок, туфлей. Вот. Провел хороший день, рад, что вышел, маленько прогулялся, подышал свежим воздухом, посмотрел что-то, кроме спортивного зала и баскетбольного мяча. У нас Ванечка похож на Росомаху. Балкон — это самое главное, просто здесь вид красивый. Здесь фонтанчик напоминает о том, что было лето не так давно. В Москве уже холодно, все. Уж не здесь живем, соседи, но зайдем к нам. Это только в наших гостиницах так можно сломать. Здесь нельзя. Нет, это французская Полинезия. Мы закрыли. 12 часов. Кончился ключ. Grazie. Привет. О, у нас много чего есть. Но прежде всего... То, что для нас нужно, это наши замечательные кровати, кроссовочки, из которых не обходится ни одна тренировка. Вот такие кровати, вот, чтобы мы поместились. У нас тут, к сожалению, не все помещается. Итальянцы молодцы, они вот под каждого заказали отдельную кровать, вот поэтому я помещаюсь. Для меня сейчас стало новостью, что здесь замечательные обои, оказывается, они мягкие. Можно спать на них. Это, наверное, на случай, если с головой не все в порядке, начнешь головой биться об стены, то они немножко смягчат тебя. Покушали, и можно спать. Все, пока.